Стрельба во дворе жилого дома. Местные жители не на шутку напугались, когда двое мужчин начали стрелять с балкона. Вот хулиганы с балкона стреляют в сторону людей. Видимо, так они решили развлечься. В руках у стрелков, предположительно, был пневматический пистолет. Перепуганные местные жители обратились с жалобой к участковому. Граждане обратились в полицию. Уже ночью участковый позвонил. Сказал, что обошел, ничего подозрительного не заметил. В общем, никаких реагирований не последовало за это. Сегодня с ним уже созвонился, видео ему все скинул. И договорился, что на 6 вечера я к нему приду и будем уже выяснять обстоятельства все. По словам очевидцев, полиция пока никаких мер так и не приняла. Шум и стрельба продлились до ночи. Возмущенные жители сообщили, что теперь будут жаловаться в прокуратуру.